Приветствую вас, ребята, на канале Early Game Online. С вами Росси. Мы продолжаем играть в игру Гномы. Это прохождение. Первый биом под названием Тропический лес или Девственный лес. Ну, смотрю, какой перевод и адаптация. В общем, продолжаем. В прошлой серии мы нашли, предположительно, нашли крепость троллей. Но это не точно. Сейчас мы с этим будем разбираться. Также мы начали подготовку помещения, точнее пещеры под склад. В этот склад, я напоминаю, мы собираемся собрать все наши ящики. То есть мы делаем постройки для этих ящиков. Эти все постройки в ящиках мы сложим в склад. И во время переезда в новый биом мы это все заберем с собой одним махом, соответственно. Так, я, значит, поубираю сейчас лишнее производство для того, чтобы они не отвлекались. И в первую очередь сделали мне склад. И отправимся сейчас вниз. Проведем разведку боем, так сказать. Так, это у нас травники. Вот, вот сюда отправимся. И у нас туда пойдут. Значит, Ругера, что у тебя? Ага, у тебя все есть. Хорошо, ну ты работаешь. Так, Даша. Серджио, Линетта. Кстати, Линетта, что это такое? Изучи. На всякий случай. Так, берем, короче, тех, кто сейчас свободен, потому что скоро они уже будут на работе числиться. Поэтому, пока они сюда дойдут, я думаю, 6 человек, точнее, 6 гномов нам хватит. Все, мы их отправили, пускай шуруют. Что у нас по производству ресурсов? Так. Пиво у нас полно, но на всякий случай еще добавим. Что по еде? Еда вроде тоже есть. Заготовки на производство следующей еды есть. Так, здесь у нас делается примитивная ванна. Это мы пока поотменяем. А там мы собираемся все-таки сделать склад. Здесь у нас делается плавильня и дубинка. Ну, пускай делается. Так, тем временем опускаемся вниз, самый, пожалуй. Так это долго. Далеко нам они шаровать будут. Кстати, знаете, что я думаю? Нам надо попробовать сократить их путь. Вот так, к примеру. Все-таки небольшой кусочек, но все же мы сократим. Так, я найду, где там наша группа. Так, двое. Ага. Блин, я всех вас не захвачу, наверное. Да, никого вообще не захватил. Вот так. Кстати, вот вам лайфхак, если хотите захватить группу гномов в два приема, ну не за один прием, то есть захватывайте сначала одних, потом зажимаете левый shift и еще одних захватываете. Так, давайте прокопаем, и как раз это будет быстрее. Блин, сюда бы, конечно, лестницу какую-нибудь кинуть. Тут есть лестница. Но тут сильно высоко будет для лестницы. Надо будет, наверное, сделать лифт. Для лифта нужно будет поставить энергию. То есть где-то, наверное, вот так. И вот так. Ну, пока не можем, но потом, в общем, сделаем. Так будет быстрее. Линетта получила плюс один к настроению. Рад за нее. Кстати, у нас вот есть Сильвия, он немножко расстроен. Но я думаю, он пойдет выпить пивка, и все будет хорошо. Пивко повышает настроение. Ускорим время. Напоминаю, нам здесь нужно найти кольца, которые удерживали Фенрира на цепи. Но кольца были разрушены, Один расстроился, и, соответственно, Фенрир выбрался на свободу. Нам нужно его опять поймать и заковать в эти кольца. Кольца разбросаны в 4 разных биомах. Мы пока находимся в первом биоме, и у нас только есть 2 кольца. Из 6 или из 8, честно, я уже не помню. Так, быстренько они прокопали. Хорошо, собираемся здесь и идем атаковать. Как раз у них начался рабочий день. Я думаю, до конца рабочего дня мы закончим с этой крепостью небольшой. Даже, наверное, не крепость, а аванпост. Так. Скелет, наверное, гномов. Отправляемся в атаку.
Вы чего? У вас что, нету ничего? Обалдеть. Эти. Блин, они вообще пустые. Нет, она с дубинкой. А ты что? Вперед тоже. Что это за хрень? Че вы не побежали атаковать? Ну вот вы нам не нужны. Иди копай. Ты без оружия. Что с тебя возьмешь? Кто там еще без оружия? С оружием, с оружием. Вот ты без оружия тоже. Тоже иди копай. Ну вот, а те, кто с оружием, пускай остаются. А ты чего убежал? Ребята, вы такие простые, как двери. Так, 4 против. Раз, два, против троих. Все, вперед. Дверь проломана. Идем в атаку. Он бежит звать. Позвал на помощь, разбудил других троллей. Теперь 3 тролля против 4 гномов. Ну, пока по урону нормально, мы его просаживаем. Они что-то тут пашут. Он достал заточку. Заточку выбрал, заточку, дурак. Есть. Один тролль готов. Нападаем на второго. Ты что, особое приглашение надо? Вперед. Так. Линетта. У нее пол ХП, но я думаю, она выстоит. Хорошо, красавцы, нормально идем. Так, ну там мы его, грубо говоря, забили. Так что здесь у нас еще эти не дошли. Нет, они еще ползут. Один с заточкой остался, сейчас мы его на заточку и посадим. Блин, я думал, у кого-то из них рогатка я видел. Наша показалась. Все, так. Тут у нас все, кстати, выпала золотая руда. Только сейчас обратил внимание. Ну-ка, она пойдет спать. А че она вообще спать легла? А, у нее свой график. Ну да ладно. Так, значит, вот, мне нужен ты. Иди открывай ящики, ты открывай кнопку. А ты иди занимайся своими важными делами. Так, что здесь? Опа, колечечко. Вы упустили ключницу. Я же приказал посадить ее под замок, пока она не откроет мне ворота в подземный мир. О, Господи, Один мой. Кольцо жизни. Шо? Хозяин? Вот такой вот смешной моментик получился. Так, забираем кольцо жизни, мы нашли. Так, давайте я хочу кольцо сразу выложить. Ой, тут драка. Помоги. Я что-то даже и не увидел. Так, кольцо жизни. Хочу его сразу наверх выложить. Сейчас просто пока поднимусь. Вот сюда. Так, где там драка? Травник что-то здесь лазит. А, тут же деревня недалеко, ну да. Так, что здесь? Разбивайте эту хрень. Ничего выпало, не вижу. А, жар гриб. Ну такое. Какой-то он такой тоже расстроенный. Расстроен, иди выпей пиво. А видите, почему я здесь не смог? Тут пещера уже есть. Кстати, есть еще бочка. Так, вы тут уже все, наверное, разошлись. Но мы не все проверили. Что тут бочки?
Книжка. Что за книга? Двуручный бой. Ну, она молодая, пусть выучит. Это 75% за одну жаргель скушай. И Росси слушай. Так. Ну, кстати, тут можно сделать этот. Че тебе там по работе? Ты как раз работаешь. Сейчас даешь и давай вперед. Так, ты понес кольцо. Ты разбиваешь эти, что тут есть. Так, пиво, книга. Что за книга? О колотых ранах. Читай. Топор выпал. Так. Значит, жаркое съешь. Ну, такие себе ресурсы. Я, если честно, думал, здесь будет что-то интересное. Но кольца не ожидал. Так, да, выпей еще пивка. То все забирай. У тебя еще рабочий день есть? Есть. А лестницу это могу снять, по идее. Или не могу? Не, лестницу, походу, снять не могу, к сожалению. Так, ладно, ты, значит, за этот. У тебя рабочий день, иди греби. Что тут у травников? Кстати, надо туда попытаться спуститься. Но это же можно будет разведку не боем сделать, а просто в разведку кого-нибудь отправить. Слово не напомню. Так, нам надо лифт. И нам надо... Не, просто лифт. Пожалуй, тут лестницы, в принципе, у нас... Ну, почти везде есть. Так, что там наш склад? Никто ни хрена не делает. Понятно. Это было ожидаемо. Алан, ты где там? Ты уже работать идешь, Алан. Но я ему дал задание выпить пиво, пусть идет пьет, ладно. Люсьен. Тоже куда-то чешет. Короче, на все заняты. Делает плавильню в мастерской. У нас Ирмина родилась. И уснула на... стенки. Ой, какой красивый этот. Только сейчас увидел. Что это за звуки? Где-то травники. Это при встрече с ними такое было. Вот этот. Где ты был вообще? Что ты, по-моему, лестницам лазишь? Надо сейчас проверить, что здесь интересно за камни. Вот еще бочку надо проверить. Ну да, это глыба, это не какой-то там не алмаз, ничего. Тут вроде алмазов нету, насколько я знаю. Вот еще камни недобытые. Стоят, походу, глыба. У нас камня на секундочку почти полный склад, если не полный склад. Ну что ты такой грустный. Этот интересно бежишь. Дерево рубить. Понятно. И что, все? Ладно, ты. Нет занятий у тебя, да? Я тебе сейчас найду занятие. Ты немножко грустный, значит, пойди пиво выпей. Вот будет тебе занятие. Так, ну тут все. А, он что-то пошел камень нарубил. Не помню, если честно, чтобы я ему давал такое задание. Ну, так-то и так. Раз мы уже здесь, тогда все это добудем и пойдем наверх.
Так что, все у тебя полное, да? Так, раз у тебя полное, сейчас мы тогда газуем на самый верх. Иди, все выкладывай. Пиво, топоры. Кстати, на склад уже могли бы давно бы какие-то бы ресурсы и принести. Там, если я не ошибаюсь, нужны ножки и шляпка. То есть это такие ресурсы, которые у нас в избытке, по идее. Набирай камень. Какая-то она у меня некомплектованная получилась. Тебе нужно скакунок скачет, у нее даже рюкзака нету. Так, ладно, выкладывай здесь камень. И у тебя как раз будет уже выходной, можешь заниматься этими своими делами важными. Нумбьями. Если они сейчас не поставили склад, тогда придется их заставить это сделать. Да, не поставили. Тогда значит мне нужен свободный. Серджио, кстати, где ты? Выложи золото. И выложи эту карту уже, ради бога. Так, вот ты мне, Серджио, нужен. Значит, забирай ножки. Раз вы не хотите по-хорошему, тогда значит я в тупую сейчас сам туда наручно принесу все ингредиенты, и вы мне сделаете этот склад, потому что мы теряем время. Так, есть. Мазой. Где-то наша ферма, вот. Ой, это был Серджио, насколько я помню. Да. Мазой сюда. Вон рюкзак, кстати, есть уже. Максим Миллион. О, уже кто-то склад делает. Но он хочет спать. Тогда придется сделать вот так тебе. Иди спать, больше тебе плохо будет. Так, Серджио, Серджио, Серджио. Помчал Серджио. А, это Сильвия. Вот Серджио. Тоже уже спать. Падла, ладно. То и выкинь хотя бы эти. Прежде чем бежать. Все, вали. Куда хотел валить. Повар погнал наверх. Ну да, тут уже надо. Запасы надо уже обновлять потихоньку. Бо уходят они относительно быстро. Так. Что тут у нас есть? Колесо, вижу, есть, да? Колесо. Колесо нам надо в наш новый этот... Под новый лифт. Колесо надо нам. Вот сюда. Куда ты идешь? Делай хранить материалы. Какой, блядь, дело? У тебя уже выходной, все. Иди уже пить. Вот так, да. Лучше всего. Так, ну колесо мы, ладно, вопрос решили. Распакуй колесо, да, распакуй. Вопрос мы с колесом решили. Теперь надо вопрос с лифтом решить. Нам надо его сделать. Там какая-то книга. Лифт, в принципе, здесь тоже делается. Так, Сильвия. Берлускони. Давай, Мазой. Забирай. Потому что опять, короче, они отказались сделать склад. Значит, вручную. Все же надо было. Ой. Давай, руби. Руби металл. Ебаш детх. Ты куда погнала? Делаю услуги бара. Ну, делай. Пиво у нас есть. Так. Ножка. Больше тут я ножек не вижу. Вот тут дохрена ножек. И тут две в текстуре валяются еще.
Так, итого у нас 6 ножек. Тащи их сюда. Надо на склад. 8 ножек. Мы 6 притащили, еще 2 лежит. Нормально. Так, где там-то сильно расстроенная Люсьен? И с таким успехом, пока долезешь сюда. Ты хоть взяла с собой это колесо? Взяла. Так сказать, проведем травником этот электричество. Сильвия. Ты все разложил? Красавчик. И они начали, блядь, делать лифт. 4 ножек. Ладно, еще давай ножки тогда тащи. Раз. Два. Там еще 2 есть. Что ты делаешь? Хранить материалы. Правильно, складывай, складывай. Должен быть порядочек. Где там, обиженная жизнью. Так давай, я, блядь, ты только спустилась. Ну это капец какой-то. Че ты на выходном не пошла, пиво не выпила? Не подняла себе настроение. Тут, блядь, как уснул, блядь, в этой шахте так и лежит. Вот прям заставлять надо идти пить. Сильвия Берлускони. Так, а туда я ходил? Ну да, тут же у меня под склад место. Ускорим немножко. Есть такое дело. Давай тут. Есть. Так. Ножка. Ножка. Ну, заодно уже шляпки забери все равно, чтобы пустой не подымался. Давай, раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шляпки. Ну, тут. Так, лифт уже наполовину готов. Так, что там где по времени еще есть, да, времечко? Хорошо. Давай тогда газовые камни собери, под склад принесешь. Бо твои товарищи их не видят в тупую, что они там лежат. Есть, отлично. Ну, у тебя, кстати, тоже камни есть. Бери этот. Время тебе еще позволяет. Выкладывай пару камней. Эх, тут почти догнал уже. На спортивном хомяке. Что-то она еще не доехала. Этот уже здесь. Уже побежал что-то готовить. Камень сначала давай. Без тебя найдут повара. Конечно, бы у меня еще такое, если реально делать такое переселение, я было бы еще неплохо бы там шляпки собрать бы в одном месте все. Там такое, такую хрень. Я вижу, что ты уже освободилась. Сейчас, секунду. Ты пойдешь... Лифт ставить. Вот перехватил. Перехватил. Уже собиралась какую-то хрень там делать. Так, вот колесо. Вот лифт. Все. Так, ребята, что там со складом у нас? Наконец-то начали делать. Хорошо. Иначе надо еще второе место под склад, да? А что склад может хранить?
Ящики, еду, шляпки и ножки, и руду. Или просто материалы. Хорошо. Ладно, допустим, раз тут склад, а еще тут рядом можно сделать такой же. Нет, что-то мешает. Блять, это обидно. Что только два склада у нас будет. Обидненько. Блять, я не знаю, откуда хрен, точнее, знает, откуда прибежал, для того, чтобы... Ладно, давайте сейчас, короче, после этого склада мы поставим первому пивоварню. Надо будет с собой что-то забрать. Началось строительство, уже не началось, точнее, производство склада. Забыли, что хотели, наверное. Не, бежит кто-то, бежит. Да что там по пиву у нас? Порядок или нет? Порядок нам можно добавить. Пиво льется. Но мы довольны. Все довольны? Нет. Алан, наверное, газует в бар. А ты че? Ну возьми и въеби. Бокальчик пенного. Бочку, точнее. Все. Скорее, взбодрилась. Подождем на ускорение времени, как сделает склад. Поставим склад, поставим на него сбор всех ящиков, чтобы они побегали по всей карте, ящики пособирали, туда подскладировали. И пойдем дальше в разведку к травникам. Обратите внимание, как склад долго делается. Считайте, он 8 ножек должен сделать из них доски. Потом вот эти доски вроде... Да, еще что-то там стругает их, а потом только вкладывает в ящик. И это все на X4, чтобы дольше было. Так, ладно. Пусть стругает. Что там лифт мы? Мы уже на лифте будем ездить, я надеюсь. Да, уже будем ездить на лифте. Отлично. Так, здесь мы были. Вот я не помню, были ли мы тут. А тут. Троллинная дверь. Нет, наверное, мне кажется, не были. Такую мы, наверное, хрен проломаем. Ремина тоже выросла. Ну, уже такая кобылка среди взрослых получилась. Ёпа, в чем твоя проблема? В том, что ты еще не доделал склад, и поэтому ты расстроенный. Все отлично. Наконец-то склад готов. Ставим склад. Что застыло? А, ребята, я вспомнил. У меня еще не все вооружены. А это значит, что нам надо еще пару дубиночек. Грибы идет рубить. Самый, блядь, низ базы.
Наверное, две фермы грибные, которые находятся на этом, ее не устраивают. И что она сделала? Правильно, она просто пришла, срубила и такая, ну и ладно, и встала. Давай, уже пришла, значит, руби. Нормально. Тоже ни хрена нету. И рюкзака, блядь, ни хрена. Так, ладно, значит. Шляпы нам в основном здесь нужны, точнее, ножки выгружай тут, шляпы выгружай здесь, пойдет на еду. Все, есть такое дело. О, все, сейчас останавливается склад наконец-то. Отлично, склад готов. Так, на склад мы сносим ящики. Блин, а никак нельзя здесь какой-то. Вот, бля. Какой-то хотел ход пробить. Вот так что-то типа. Теперь на склад попадали. Не спасает. Я передумал. Это не спасает. Я бы рады стараться уже, блядь. Долбить я дырку. Точнее, отверстие, дырка-то в жопе. Ну, что-то пошел изучать. Хотя, наверное, не изучать, а обслуживать колеса эти хомяками, чтобы они электроэнергию крутили. На кухне уже нету заказов, это плохо. О, ферма готова. Ты что делаешь? Хранить материалы. Ого, сколько камней несет. Красавчик. Кстати, может было бы лучше сделать вот так. Как он? Такой вариант. Так сказать, оптимизация производства. Ну да, склад еще не полный, но. То считайте, сколько он времени теряет, чтобы так вот. Ну, пожалуйста. Я что-то подрастроился. Так, ну ладно, ребята, на этом, наверное, все. В общем, мы молодцы. В этой серии мы нашли колечко. Провели разведку боем. Сделали склад. И теперь будем там собирать наши ящички. И в следующем видео пойдем смотреть вот вторую крепость троллей. Не помню, был я там, не был. Надо идти смотреть. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока-пока.